Добрый день всем. В эфире очередная программа «Сила права». И по традиции нашу программу начинает старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии Елена Дармограева. Добрый день, Елена. Основная задача Межрайонной природоохранной прокуратуры состоит в осуществлении надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и о природопользовании. Также в ее компетенцию входит надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации. В основном законе